Галина Машкалина, средняя школа ТИТИС, город Вильнюс. Владимир Маяковский, послушайте. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти примочки жемчужиной. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается Бог, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда. Клянется, не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит, тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то: ведь теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда.